Какие чудеса ждут вас на шоколадной фабрике Вилли Вонки? Травяные луга из сладкого мятного сахара в шоколадной комнате. В Тамбове своя шоколадная фабрика ТАКФ, где есть свой Вилли Вонка и зефирные реки. Лен, привет. Привет. Лен, ну расскажи, вот где вы сегодня побывали с проектом «Делай добро»? Сегодня мы с ребятами побывали в музее шоколада, за что хочется поблагодарить кондитерскую фирму ТАКФ за то, что они предоставили такую уникальную возможность, на самом деле, детям перед Новым годом. Я думаю, это мечта каждого ребенка побывать в музее шоколада. И эту мечту сегодня им воплотили в реальность. Вот вы сегодня приняли участие в проекте «Делай добро», побывали в кондитерской ТАКФ. Вот ваши впечатления, расскажите. Мне очень понравилось. И ребенку моему, ей 7 лет, ей тоже очень понравилось. Она любит делать все своими руками. Сегодня мы лепили мишек, вот, сами шоколадных. Ей очень понравилось. И всем остальным детям, я думаю, тоже нравится творчество, которым они сегодня занимались. И то, что мало того, что они своими руками это сделали, то когда они потом покажут мамам, порадуют, и можно их потом будет скушать. Расскажи, что ты делаешь? Я делаю мишку шоколадного. Нравится тебе? Да. А что тебе больше всего понравилось вот сегодня на экскурсии, вот сейчас? Сейчас мне понравилось, как мы малим мишку. Еще сюда хочешь прийти? Да. Я думаю, что будет лучше, если мы будем чаще куда-то ходить, выбираться, своими руками что-то делать организованно, компанию, чтобы дети общались между собой, не чувствовали себя в других, как бы, по сравнению с другими детьми, обделенными чем-то. Поэтому я думаю, что когда они будут общаться вот в своей, как бы, сфере, им будет проще приспособиться к общению с другими детьми.